У вас было такое, когда вы стараетесь успеть и смотрите, вы просто не вписываетесь во время? Мчитесь, летите, стараетесь изо всех сил. И опять день пролетел, и вы не успели. Итак, одно дело, кажется, ты уже все сделал, все договорился, все у тебя должно срастись. И под конец что-то опять не так, и опять все идет не так, как ты запланировал. В конечном счете, ты просто устаешь. Какая-то беготня постоянная, и нету никакого решения твоих вопросов и твоих задач. С другой стороны, смотрите, какое слово. Все, что он не делает, успеет. Это слово Божие. Бог описывает человека, у которого воля его нацелена не на дела, не на решение вопросов, а на слово Божие. Он подобно женщине, той, помните, которая в Библии написано, сидела у ног Иисуса и слагала слова в свое сердце. Мария звали ее. Просто сидела. Марфа суетилась, заботилась, хотела сделать как лучше. Иисус взял и упрекнул еще вдобавок Марфу, говоря, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно тебе. Дорогие, одно только нужно. Сфокусируйтесь на Библии, сфокусируйтесь на Слове Божьем, и тогда в вашей жизни вы переживете то, что написано в первом псалме. Все, что вы не делаете, вы успеете.